Понедельник в Самарской области пасмурно, дождливо и холодно. Днем до плюс 18, ночью плюс 13. Ветер северный 5-7 метров в секунду. В Сызрани небольшой дождь, плюс 18, к ночи плюс 15. Ветер северный 5 метров в секунду. В Тольятти днем дождь, плюс 17, ночью плюс 12. Ветер восточный 5-7 метров в секунду. В Самаре днем дождь, плюс 17, к вечеру пасмурно, плюс 13. Ветер северный порывистый, 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.